Всем привет, с вами снова я, забивной дед Снежок, и сегодня по-настоящему в образе горничной, так как вы на прошлом видео набрали 10 тысяч лайков. Я не хочу, почему? Ой, в смысле, я уже танцую для... Я не буду работать вам служаночкой. Так, детишки, ой, стой, это что, Дора? Это Дора из самого мультфильма. Нек, приветик. Это очень подозрительно звучит. Ты что, хочешь меня убить? Ребят, вы сами знаете, что горничные там всегда принимают душ, там купаются. Вот смотрите, ванночка, так встанем немножечко. И танцы, будем танцы. А, тут мардер, уйди. Ты что, смотришь на меня, как я... Что значит не буду? В смысле, ты меня сейчас убьешь, я знаю. Нет, пожалуйста. В смысле, какая победа? Стоп. Что за копирка? Это моя идея скина горничная. Ты что, обалдела? Какая толпа, спрашиваем, кто меня знает, чтобы дать кому-то нож? Так, вот эта девочка оказалась везунчиком по подписчикам. Я подарю ей нож. Все, кто хотят тоже, чтобы поучаствовать в таком видео, был шанс, подписывайтесь на ТикТок и Инстаграм. Все, подарили. Оп, я осознал, что я шериф, получай. Все, офигеть, я победил. В смысле, горничная дает удачи? Что?